В Искитимском районе начался весенний сев. 29 апреля раньше всех других в поле вывел сеялки фермер Александр Алякин. Глава района Юрий Саблин посетил его крестьянско-фермерское хозяйство и оценил старт посевной кампании. В советские годы в деревне Евсино было большое крепкое хозяйство. В перестроечные времена оно развалилось. Тогда за дело взялся Александр Алякин, начал фермерствовать. Приспособил по свое хозяйство часть помещений. Каждый год стабильно получает неплохие урожаи. У него всегда какая-то такая средняя урожайность. Молодец. Ну, бывает, что стреляет ничего, но рожь бывает и 35-6. За новой техникой Александр Павлович сильно не гонится. По образованию инженер-механик, он может вдохнуть жизнь в любой агрегат. Сегодня в поле вывел пахотный трактор Т4А, ему 30 лет. На районных полях другого такого не сыщешь. Работает техника, ремонтируем, ездим, на посевную хватает. Нормальный трактор, мне нравится, мягко ходит по земле. Механизатор Виталий Назаров сегодня даже пораньше встал. Первый сев всегда волнительно, начинает посевную с овса. Настроение весеннее, бодрое, погода тоже хорошая. Видите, маленько начали чуть раньше сеять, посевная началась. Погода позволяет, почву подготовили, проборонили, сделали прибивку влаги. После овса пойдет ячмень. Недели через две, когда земля окончательно прогреется, фермер начнет сеять пшеницу. Для нее он подготовил самые лучшие паровые поля. Для работника сельского хозяйства это всегда праздник, потому что первые борозды, первые посев. Я абсолютно уверен, что все хозяйства готовы, технически готовы, и по семенному материалу готовы, и по запасам топлива готовы. Вот сейчас только вот хорошая погода наступает, и уже массово все выходят в поле. Основной сев в Искитимском районе начнется в первых числах мая.